Чтобы девочки худели, нужен, а не гантели. Интересно, а что нужно, чтобы девочки пердели? Горох, что ли, или что? Ну, просто в рифму, ребята. Всем здорово, Саныч на связи. Боже, этот ролик уже переснимают, я не знаю уже, сколько их чайчик переснимали. Да, вот периодически вам это выкладываю, в принципе, да, вот, чтобы, ну, не забывали, так скажем, не остывали, так скажем, да, вот. То есть, чаечка утверждает, чтобы ей похудеть, ей нужно шпили, да, вот, а не заниматься спортом. Нет, как чисто как аэробная нагрузка, в принципе, да, почему бы и не, так вот, кардио легкое, да, такое вечернее, утро, мне больше утром нравится, но тем не менее, да, вот, сами они намекают, даже прямо говорят, что ей нужен хер, ни гантели, ни фитнес, ни, она и похудеет, и прыщи у нее на морде пройдут, короче, ну, все абсолютно, да, вот, ребята, мотайте на ус, встретили чаечку, сразу показывайте ей хер, вот, и все будет нормально, она сразу похудеет.